Ухтинские наркополицейские пресекли канал поступления крупной партии запрещенных веществ. Оперативники узнали, что житель Мурманской области доставил в Коми более килограмма различных наркотиков, а также около 1500 таблеток экстази. Выяснилось, в начале года 18-летний парень стал закладчиком интернет-магазина по продаже дурмана. По указанию оператора прилетел в Ухту. В обязанности гастролера входила расфасовка зелий по пакетикам и размещение их по тайникам. При обыске в арендованной квартире полицейские изъяли синтетические наркотики массой 950 граммов, 140 граммов психотропного вещества амфетамин, 260 таблеток экстази. Подозреваемый рассказал, что в настоящее время он не учится и не имеет постоянного источника дохода. Сам потребителем наркотиков он не является. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские выяснили, что ранее молодой человек разместил закладки на территории города Печоры. В присутствии понятых полицейские изъяли 11 граммов героина, 276 таблеток экстази, 170 грамм психотропного вещества метилфетамин. По факту незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Если вина жителя Мурманской области подтвердится, ему грозит суровое наказание – до 20 лет лишения свободы.